долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор. Привет, мои дорогие! Сегодня, как вы уже догадались, мы путешествуем по Карелии. Костром пахнет. Роскеалы – это туристический комплекс, расположенный в Сартовальском районе Республики Карелия. Карелия славится не только своей уникальной природой – лесами, горами, водопадами, озерами, но и богатыми месторождениями. Основой комплекса Роскеалы является объект культурного наследия – памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер. Разработка его началась в 1765 году, еще в начале правления Екатерины II. Расположен карьер вблизи поселка Роскеала, в 30 километрах к северу от города Сартовала, на берегу реки Тохмайоки. Протяженность карьера составляет 460 метров, ширина до 100 метров. Расстояние от самой верхней точки борта карьера до его дна свыше 50 метров. Прозрачность воды достигает 15-18 метров. Общая протяженность горных выработок составляет несколько километров. Мрамор Роскеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа и обрамлены окна мраморного дворца и фасад Михайловского замка. Сейчас Роскеала является признанным памятником истории. Сюда приезжают толпы туристов, здесь проводят множество экскурсий и всевозможных мероприятий, и даже снимают кино. Ну а я прощаюсь с вами. Целую, ваша Марьям.